Right to Life presents. Нет худа без добра. В этой жизни всегда есть равновесие. На зло найдется добро и наоборот. Главный герой этой истории – человек с невероятно добрым сердцем. Ведь он смог изменить две маленькие жизни навсегда, подарив им любовь и приключения. Это был декабрь, и Джордан Кахана снова отправился в путешествие в одиночку. Он запланировал 12-дневную поездку и мечтал увидеть разные части США, от заснеженных вершин до пляжей. У него была единственная проблема, но он так считал. Он путешествовал один, и ко второму дню уже ощутил знакомую тоску путешествия, когда ни с кем разделить эти радостные моменты. Затем, по пути к Гранд-Каньону, он увидел на дороге нечто, что навсегда изменило его жизнь. Как рассказал Джордан, «Я ехал на машине, в пути предстояло пробыть еще около часа. На дороге никого не было, ни спереди, ни сзади. Вдруг на дорогу выбежали два маленьких существа черного цвета. Я даже не сразу понял, кто это. Мне пришлось остановиться, чтобы их не задавить, и тут я присмотрелся. Посреди дороги стояли два самых милых маленьких щенка, которых я когда-либо видел», — воскликнул он. Два щенка смешанной породы, которым было всего несколько месяцев, бродили по пустыне. «Я имею в виду, что мне следовало делать в этой ситуации?» — спросил он позже в видео на YouTube. «Неужели есть люди, которые бы смогли проехать мимо?» Конечно же, он подобрал пару лохматых попутчиков и отвез их в ближайшую больницу для животных. Осмотр у ветеринаров был проделан тщательный. У малышей взяли анализы крови, полностью осмотрели тело и поставили необходимые прививки. Джордан переночевал несколько дней в ближайшем отеле, все это время щенки оставались в ветеринарной больнице. Когда результаты были готовы и стало ясно, что малыши были здоровы, мужчина сразу же забрал их с собой. «И оттуда родился на свет приключенческий отряд», — объяснил он, поскольку отправился дальше в путешествие вместе этими двумя новыми друзьями. Но им втроем оказалось вместе так хорошо, что теперь они делают это только вместе. Эти двое малышей, которых он назвал Зевсом и Седоной, стали его лучшими друзьями и постоянными спутниками. Они уже объездили вместе полмира и уже не представляют свою жизнь без дорог и путешествий. Собаки, на удивление, прекрасно переносят дорогу и даже помогают в сложных ситуациях. Сейчас троица живет в Колорадо и всегда ищет новые приключения, покоряя новые места на своем маленьком фургончике. Джордан делится отчетами о своих приключениях с подписчиками в социальных сетях Instagram и YouTube. За последние 5 лет эти малыши приносили радость не только жизни Каханы, но и жизни его последователей, людей, которые также начали путешествовать со своими питомцами по миру, своей нерушимой связью и заразительным авантюрным духом. Благодаря случайной встрече на обочине дороги в глуши Зевсу и Седоне дан невероятный второй шанс, и они используют его по максимуму. Ведь даже не хочется представлять, чем могла закончиться их маленькая жизнь, если бы Джордан не остановился бы на машине в тот день, а просто проехал бы мимо. Вы можете следить за ними в социальных сетях, здесь и радоваться жизни вместе с ними. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.